Приветствую вас. Попробую снова сыграть в эту игру. Ради эксперимента с монтажом и голосом. Установил сюда два мода. Это увеличение объемов складов и скорость обучения дубликантов. В 100 раз быстрее будут, чтобы не скучать мне в очередной раз. Выживание сделаем сразу на первой, видимо. Ну, давайте Space Out, если уж у меня DLC включено. Сейчас у них 3 биома есть. В принципе, на любой, без разницы. Сделаем повышенное все. Если у меня они ускоряются в развитии. Начать. Они будут и голодать много, и кислорода тратить много, и стрессовать, и прочее, прочее, прочее. Ну, в принципе, любых оставлю так. Я не знаю, что тут с переводом. Я поставил какой-то, но вряд ли он перевел все, что тут появилось за это время. Сейчас посмотрим, как они обучаются у нас. Вот в моде добавились обозначения. Улучшения. Они все светятся. Уменьшу громкость. Тут у меня вода есть. Тогда копаем к воде. И кислород. Сразу ускорим. Уберем воду. Ну, получается, они у меня 3 будут скоростных, универсала. Они будут все уметь. Поставим им склад. 1. Пусть сюда все складируют пока. Все, что находят. У них появились растения новые, как я понимаю, в новом обновлении недавно вышел. Где-то с неделю назад. Пока основные компоненты поставим. Еда, наверное, пока достаточно им. Туалеты надо поставить. Кровати. Тут везде загрязненная вода. Мы поставим ему сверху. Кровати им. Так, и вода нужна. Утилизатор. И поставим 3 туалета где-нибудь. Может, в принципе, снизу поставить. Тут у них кислород будет подниматься наверх, поэтому у них тут кислород будет. Внизу не будет не так много находиться. Наверное, может быть, сразу поставить. Умывальник здесь тоже 3 штуки. Чтобы хотя бы руки мыли. Не вмещаемся. Можно поставить тут стенку. Пусть они пока там. Поставили стенку. Сейчас поставим еще 1 туалет. Приоритет добавим. Тут на выход направление. Пока что собирает. Новое здание поставим куда-нибудь. Посмотрим, что он делает. Ему нужна энергия. А он делает загрязненный кислород из земли загрязненной. Как раз ее тут много, загрязненной земли. И сейчас тут вмещается по 8000, по 80 тысяч килограмм. А вроде было по 1000. Пока разберем. Что у нас тут еще открылось? Так, в принципе, мы тут все собираем, всю еду. Это у нас что? Это еще что-то растет. Надо еще сливать грязную воду куда-нибудь. Тут телепорт на планеты. Можно куда-нибудь пока справа сделать, вырыть. Сборщик воды. Понимаю, для этих растений нужна грязная вода. Если они тут растут. Тут вроде можно собрать отдельно. Нет, нельзя. Раньше можно было кусочки собирать отдельные. Сейчас уже убрали эту возможность, видимо. Ужасная еда. А, они ее не собирают, да? Кулинарные. Угу. Так, все собрали. Сейчас надо воду слить все равно куда-нибудь. Вон, пусть пока, наверное... Куда-нибудь вправо все равно сделаю. Пока что так.
Так, получается, из грязной воды, из грязной земли вода появляется. Сделаем тут дорогу им. Так, все, да? Надо будет им делать отдельное жилье и фильтровать кислород. Так, пока стресс есть, 4 уже. Бактерий нету. Тоже должно быть, наверное, все красное у них. Вот у меня еще не было радиации в моей игре. Тут добавили радиацию. Так, комнаты, которых нету. Декор, да, то есть все красное. Надо бы все почищать. Вот, и что у нас тут получается по навыкам? У него уже есть первый навык. Опыт. Опыт у меня собирается также, получается, по скорости. Не особо быстро. Зато у них должно увеличиваться здесь все. Копание уже 45, а максимум я сделал 100. Так, это мы соберем. И сюда сделаем опустошитель. Сделаем на сбор всего, что есть. Пусть собирают, как бы попадаться им на глаза. И жидкости сюда, загрязненную воду. Надо уже второй склад ставить. Тоже все. Все поставили. Сейчас будем по науке, наверное. Потом кислород. По... Тут мне только загрязненная земля. Воды с вами тут нету. Да. Поставим тут землю. Уберем. Поставим здесь блок. Все собрали. Энергию где-нибудь разместим. Где у нас тут температуры? Можно ближе к холоду. Хотя у меня будет все отгорожено, поэтому, наверное, без разницы. Сделаем ее снизу. Тоже тепло, не помню, поднимается наверх или нет. Вроде не поднимается. Да, углекислый газ будет все равно внизу скапливаться. Ну, сделаем ее здесь. Уберем отсюда воду. Давайте мы пока тоже отгородим тут. Это вниз. Я, наверное, пойду отключу отображение этих улучшений. Не ушло. Видимо, что-то другое. С третьей попытки убрал надписи. Так, у меня была задача убрать воду отсюда. Да, хотя до воды еще больше становится. Немного стресса появилось. Может, в принципе, иду получше производить, но я пока энергию не произвожу. Еда ужасная у нас, батончики, еда ужасная. Надо потом еще комнаты сделать. Эти тоже энергию воспроизводят, да? Стресса 0 по утрам. Еще слой берем. И воду уберем. И давайте просто остатки солью не будем мучиться. Соль тут есть, жидкость. Холодная соленая вода. Это всегда будет холод у меня в этом месте. Давайте пониже. И жидкость тоже уберем. В принципе, можно поставить тут уже что-нибудь. А, я забыл убрать гуманитарную помощь. Так, отключим пока полностью ее от сети. Мне пока троих хватит. Соберем остатки. Еще один склад. Собираем все. А, тут жидкости, ладно. Может, в принципе, еще добавить. Сюда лестницу. И сюда еще один слив. Заканчивается еда. Но стресса пока не очень много. Тут можно лестницу поставить. Начнем энергию вырабатывать. Пока ручную. Поставим сюда аккумулятор, может два, ручной генератор, провода, и, к примеру, миксер сюда поставим. Посмотрим, что мы можем готовить в текущих условиях. Мушистые батончики, в принципе, тоже минус один, давайте чуть 10 сделаем, потом уже автоматику будем настраивать под них. Так,
вода нужна и земля. Земли, в принципе, много. И нам сюда надо... Может, без кислорода газный вырабатывать. И науку поставить. Все, начал вырабатываться кислород. Исследование. Проверим, что у нас по исследованию тут появилось. Хотя так непонятно. Так, мне еще нужен кислород очищать. Желательно. Это нам идти, видимо, в газах. Вот сюда пойдем. Это у нас песок нужен. У нас есть ли песок, даже не знаю. Так, и надо вторую. Тогда надо сначала изучить это в развитии. Сюда сначала идем. Сейчас продвинутое исследование. Да, тут энергии тоже сейчас смещается больше 20 тысяч. 20 килоджоулей. Одно закончили исследование. Все, он зарядил полностью. Две батареи. Так, исследования закончены. Мини-под. Кулер для отдыха. Супер ЛМ. Что-то новое. Не знаю такое. Это мы видели. Это мы видели. Шаттл, телескоп. Так, в науку снова пойдем. По газам очищение. Сюда. Так, у нас нету исследователя. Ладно. Кого-нибудь обучим. Что у нас тут? Пусто. Заказы какие-то. Какие-то рецепты появятся потом. Так, ручной шлюз. Газовые ячейки. Клапана. Газовый клапан. Мне еще фильтр нужен. Пока ни у кого не появился опан, да? Если вот один науку любит. Если вот у меня же есть количество калорий. Можно следить за этим показателем. Пока мы не можем изучать. Эту часть будем учить что-нибудь другое. Какие-то новые постройки. Тут декор. Автоматика. Фильтр жидкостный. А тут у нас фильтр где появляется. Так, тут из воды. Это ржавчина перерабатывает. А давайте, может быть, эту часть пойдем. У нас вообще уголь-то есть тут? В этом мире? А пока не вижу. Ксилит только. Ксилит. Вот уголь внизу есть. Можно оттуда добыть. Хотя мне пока этого хватает. Ручного труда. Мне вот интересно вот это по газу. Детальки. Что они делают? Клапан, понятно. Сборщики. Заполнители. Пустошитель, понятно. А, это у нас поднуки что-то. А, это у нас скафандры. Ради интереса построю. Две штучки. Что сюда? Костюм сюда нужен. Понятненько, ладно. Пока разберем. Костюмов все равно нету. Да и кислород нам особо, наверное, не нужен будет. Так, наука. Декор нужен ли нам? Пока нет. Автоматика в текущем виде пока тоже не нужна. Мне потом нужно будет аккумулятор. А где у нас костюм производится? Где-то там. Тут по воде. Насосы. Тут уже сразу фильтр есть для воды. А для кислорода? Не вижу почему-то. Газу. А, вот он где. А, не вместе тут. Тогда надо сейчас фильтр поставить. Подкачивать водяной насос. Вот газовый насос. И строить комнаты. Кобальт. А, вот какие-то, да, костюмы, видимо. Или что это? А, кислородный баллон. Они их уносят куда-то. А, видимо, склад. Пока ждем опыта. И надо куда-то копать. И улучшать. Так, они пока улучшают. Не хватает чего-то. Земли.
Это, видимо, мут грязь. Или именно на эту землю. А, коричневая. Ты в чем у нас? А, плодородная почва. Грязи мне тут особой нету. Для изучения. Пока попробуем здесь повыкапывать. Пока заблокируем тут на всякий случай. Чтобы не обвалилось ничего. Постройка за... Это не у меня. Так, у меня стресс поднимается. Сюда. У меня службы готовы. Так, давайте мы уже комнату начнем делать. Так, загрязнена вода. В принципе, без разницы мне, где комнату делать, если не будут полностью закрыты. Так, сделаем... Делаем влево, наверное. Если не хочу сверху. Мне кажется, ближе бы к холоду, чтобы потом остужать. Это вроде можно разрушить. А, это нельзя. Тогда влево уйдем. Мебель. Я даже не знаю, какой... Каким расстоянием делать. Спальни. Минимум 12 блоков. Минимально 4 высота. Ладно, ставим так, пока. Там. С такой скоростью сейчас можем переделать-то недолго. Все это дело. Три комнаты. И мне и двери такие. Очистка газа надо. А, я не могу еще очищать, да? Сюда открыть двери. Какую-нибудь науку еще произвести. Давайте. Душ и туалеты. Может, каждому сделаю отдельный душ с туалетом. Это, наверное, раскопать, чтобы общее было. Газоотвод. Получается. Сюда поставить. Трубу внутрь. Как бы нет, куда-нибудь отсюда качать кислород. И энергию подвести. Так, нет, надо фильтр еще. Куда-нибудь наверх пока уведем. Сюда. И будем сюда кислород загонять. Который, по крайней мере, тут будет. И соберем весь оксилит в округе. Так. Кислород сюда. Пошел кислород. Он должен по логике вытести грязный кислород наружу. Они же вроде не перемешиваются у нас. И поставить туда кровати. По комнатам у нас... Так, сейчас 24 у нас комната. Тут надо 11. Да, все. А, это у нас барак поставился. А для комнаты что надо? А, люкс нужен. Ладно. Ну ладно, это на будущее пусть не будет. Потом разберемся. Так, это мы уносим отсюда. Тут уже заполнился. Собирает остатки. Это надо собрать. Так, у нас тут еще ксилит есть. Здесь снизу. Тут с краешку. И здесь сверху. Везде понемножку пособираем. Весь кислород. Так, мы тут пока соберем все в кучу. И раскопаем вниз. Если мы умеем это копать. Сюда. Тут у нас что-то еще интересное. Можешь просто лестницу поставить. И куда-нибудь туда прокопаемся. И надо наверх еще. Ладно. Пока тут соберем. О-о-о. Так, тебя мы заперли. Это тоже, наверное, развалится. Надо отфильтровать потом воду. В отдельный резервуар закрытый залить его. Так как бы тебя... Туда вытащить. Тут проходов-то и нет особо. Сделаем так. Надеюсь, не успеешь тут задохнуться. Ну, в принципе, кислород есть немножко у него. Да, и вот уже дышит. Так, стресс 38 уже. Может, нам еще
Массажный кабинет ей поставить. Где-нибудь тут. Все, мы заполнили кислородом, конечно, по низу еще загрязненный. Тут потом мы поставим очистители. Так, есть один. Так, наука. Пока все. Больше мне пока никого не надо. Специализировано. Ай да, и давайте уже фильтры поставим. Это у нас внизу. Сюда. Поставим куда-нибудь. Да даже, наверное, и тут. Разобрать пока. Еда пока есть. Собираем по кусочкам. Так, уборная, трубы, насосы, души, пресс. Просто посмотри, хочу, что это такое. Так, поставили. Очистители сюда запихнем. Но у нас, ну, вроде нету песка. Это надо делать дробилку. Не дробилкой. А, нет, есть. Принесли. А, им энергии нужно. В текущей версии. Из земли делают воду. Загрязненную воду. Ну, понятно. Это тебе надо воду вывести, да, куда-то. А, он будет выливать, получается. А что в итоге будет получаться из... Вода и все? И без остатка? Ну, ради... Ради интереса поставлю тут. Тут и так уже грязь. И пусть строит. Так, нам бы, наверное, всю воду сюда. Замерзшую. Лед и снег на девятку. А я что-то пропустил. Ладно, сейчас. Пусть пока собирают склады, наполняют. Кислород, он говорит, немного осталось на такую территорию. Давайте от 20 будем стресс снимать. Хотя, наверное, скорость снятия стресса невелика. Ладно, ставим на 50. Так, температура идет сюда. Что у нас еще? А, кислород тут. Из углекислого газа. Двери автоматические. Наверное, надо резервуар для чистой воды построить. Может быть, здесь. Еще один склад куда-нибудь. Тоже все туда. Сейчас надо бы сюда душ, сюда умывальник, сюда туалет. Хотя воду лучше, конечно, где-нибудь здесь держать, наверное, слева. Всю систему очистки воды. Может быть, отсюда начать мне движение туда. Все поочистить здесь. Так. Они не могут раскопать остатки без этого. Вроде у него способность по раскопкам. Да. Может, в принципе, второму дать копание. Ну, почти раскопали. Сейчас можно, в принципе, построить резервуар. Сейчас мне примерно приметить, где это, наверное, все удалить. Все, что можно. Хочу посмотреть, что там закопано сначала. Ничего тут интересного нету. И пойдем в науку на автоматику по электроэнергии. Мне нужен вот этот аккумулятор умный. Потом идем на автоматику. Чтобы угольный генератор поставить сюда. Так, тут выкопали. Сюда положили оксилит. Немножко испаряется. Так, тут уже у нас чисто в комнатах. Если можно загородить, наверное, выход кислорода наверх. Прямо вот так вот. И поставить туда автоматический шлюз. Тут немного воды надо, наверное, открыть. Пусть сливается, чтобы потом меня не заливал. Даже тут, наверное, поставить стенку. И здесь поставить, убрать воду. Так, тут убрать. Внизу пусть. Тут автомат снова поставить. Так, из базы, наверное, загрязненную землю убрать наверх. Получается, тут тоже надо
Лучше за... закрыть. А что-то я об этом не подумал. А что-то у нас... Надо же еще сделать комнату для еды. Тоже в науку. Это вроде у нас в декоре аж. Или в развитии колонии. Ладно, сейчас пока в автоматику идем. Это мне пока важнее. Провода. Это мне для еды, потом для производства тоже понадобится. В принципе, мне только автоматику первого уровня сделать, чтобы провода подсоединить. Ну, может, и мне тоже пригодится. Тут уже можно, наверное, раскопать будет. Так, умный есть. Очищенный металл нужен. Очистка. Наука. Тогда в ручную переработку уйдем. Сюда. Надо немного очищенного металла сделать для автоматики. Вот ручной измельчитель. Поставим пока сюда. Че это, я себе тут все подпортил. Так, сколько у меня вот этого? 97 тонн, в принципе, да? Давайте пока 10-20 сделаем. И начнем производство. 200 скоро будет. 150. 200 есть. Ну, давайте, наверное, здесь поставим. Там будет у меня производство какие-то. Тут даже может пониже сюда поставить. Потом. Или поближе туда. Одну батарею дополнительную. И один генератор. Соединим это дело. Логику мы пока не учим. Так, и логику. Мы тут не можем копать. Так, уже можем. Вроде тут напрямую хватит соединения. Дровяная. Лампы. Переключатели. Цветочки. Может, цветочки посадить тут есть. Рядышком. Вот тоже декор добавляет, как я понимаю. Поставим тут лампочки. У меня уже не хватает ему энергии, чтобы зарядить все для работы. Ладно, сейчас мы автоматику-то улучшим. Все, сейчас работать не будет. Это пока отключим. Что-то сломался. И он побежал. Что у нас тут есть, интересно? А мне больше нечего садить-то. Сенсоры активности не. Все же с ними двое работают. Тоже посадим сюда. Опять побежал. А пусть пока прибирается. Это уже декор улучшается при этом. То есть везде красное. Еще можно склад поставить. А хотя там есть еще место. А стресс пока высокий у всех. Да и надо столовую сделать. Удобную. Можно справа или даже снизу поставить столовую. А-а-а. Разобрать. Что-то я не подумал, что они не смогут спать под ней. Они даже не могут сломать ее. Откуда у вас мокрые ноги? А, видимо, время работы. Бегали где-то. Ну да, сейчас придется, они не спали. Может, тут почистить нельзя. Тут даже рыба у меня плавает. Пока, наверное, соединим. Прокопаем сюда. Здесь. И раскопаем. Это разобрать пока. Это вместе все, что энергию нас тратит. Пока отключим. Это бесконечная вода. 63% стресса. Сейчас хоть поспят немного. Без света. Может еще одного работника нанять. Получается, он сейчас один таскает все. Наверное,
на постройку увеличить. Девятка. И на копание тоже девятку. Добавить тут с краешку. А, он снова не может копать. Еда кончается. Давайте-ка мы так сделаем. Все, можно обратно в девятку. Что-то вот только ксилить надо. Что-то они уголь сюда не таскают. Странно. Давайте уголь тащите. Не, не хотят. Энергия есть. Ладно, пусть доломай тут остатки. Странно, почему они мне... Странно, вот еще один поставлю. Даже задачи нету на уголь. Вот сюда принесли. А сюда не хотят. Ладно, разберем. Так, достроили автоматику. Вроде как. Он должен включаться... Давайте при... 20 и отключаться при 100. Так, нет, автоматика продолжает работать. А, я же сдвинул сюда. Так, все. Генератор отключился. Это мы в... только если по 10. Меж 10 он включается. Видимо, нету энергии. Нет, сюда энергии есть. А, ну да, запаса не было. Выработки не было. Мы, наверное, разберем. А, пусть стоят. Без разницы. Хотя странно, что он не передает энергию дальше. Пока так сделан, пусть работает. Стресс 86. Декоративных у меня вроде нету никаких. У меня есть гранит декор. Можно из гранита пока построить комнатки. Так, и науку. Надо комнату для еды поставить. Вот это с едой связано, да? Так, вот комнаты. Электрогриль еще там будет. И 20 батончиков. Тут вообще без еды сидят. Тут тоже поставить стенку. Так, компост, в принципе, можно куда-нибудь. Не, грязная земля сейчас уйдет у меня. Куда-нибудь. Так, пока можно временно... где-нибудь еду произвести. Если вообще можно произвести. Террариум нельзя. Кислорода у меня достаточно. Я его пока не произвожу никак. Даже интересно, что у меня тут растет вообще. Эта штука. Вот эта штука. И все, на. Наверное, они мне вырастут. Вам вот для брения надо серу. А вам загрязненная вода для орошения. Странно, что у меня не работает автоматика. Типа показывает, что у меня еще много. 20 килоджоулей. А при том, что тут уже по 2. И уменьшается. Что-то у меня тут странное происходит. Стресс 100. Он меня все съел, да? Да, включим дубликантов, если что нового закажем. А у него стресс скинулся, да, он всю еду съел. У нас земли нету для этого. Так, вот пока достанем мои навыки. А, попробуем пока выключить это дело. Гриль. Яйца. Давайте мы пока уберем. Две батареи оставим только одну. Будем все яйца разбивать на омлеты. На обеденный стол надо сделать. Хотя бы как-нибудь тут временно. И омлеты сюда. Жареный батончик пожарим. Повар нужен. Так, навыки. Так, кто у нас? Готовка. Пусть будет. Вот еды добавили. С помощью яиц жареных. Откроем. Так, мебель, декор надо еще сюда. Ну, наверное, цветочки пойдут как декор. Или можно
какие-нибудь. Ну да, это есть декор. Пусть стоят. Сюда посадить. И сюда посадить. Все, обеденный зал готов. Мораль немножко поднимется. Совсем чуть-чуть. Надо, наверное, прорваться куда-нибудь, пособирать еду. Шлюз поставить сюда на всякий случай. Так, у нас тут водород есть. Тут у нас уголь будет на будущее. Так, и вниз еще прорубить. Что у нас тут по морали? В принципе, непонятно особо. Так, у меня тут скоро человек пройдет, надо ему подготовить жилье. Пока... Так вот сдвину на будущее, чтобы проход. Это мы разберем. Еду поставим поближе, коробку. Все сюда. На пятерку. Так, у меня стресс скинулся, видимо, кто-то опять разозлился. Да хотя нет, у меня постепенно уменьшается. Вниз. Там еще склад на всякий случай. Пару штук. И вот у меня еще один дубликат. Дубликант. Кого бы не выбрать. В принципе, без разницы. Они с вами будут. И тебе построим домик. Пока ставим так. Поставим тебе тут прямо дверь. В принципе, вам. Хотя. По логике каждому надо будет прямо дверь ставить. Постройки. Ему газ подвести. Да, я все-таки сломал. Поставить кровать. Цветочек. И все, пока. Но мне тут не хватает. Поставим, наверное, резервуар. А где у нас по газам? Склады у нас тут. Обычные, это умные склады, да? Я просто не знаю, как они называются. А, вот танк. Тут маленький танк есть, да? Видимо, у меня же куплены, ладно. А вот еще один. А, в принципе, посмотрим. Пока не вижу. И где он у нас хранится? А, оксилит. А, это ракета. Это не то. Тоже ракета. Сейчас все просмотрю, увижу. Нет, не вижу. Ничего не нашел. Мне надо резервуар для газа. Где он находится? В какой категории? Он же должен быть в газе, он должен быть тут. Причем тут блоки в газе. Тут нету. Мы же вообще убрали. Развитие. Слева тоже нету. Ужас. Если вас сюда запихать, то что будет? Ну да, у меня стресс спускается вниз. Видимо, столовая помогла. Тут у нас песок для фильтра. Тут у нас будущая энергия. Так, мне надо, наверное, очиститель для жидкости делать. Сюда. Еще еды. И жарить все, что жарится. Сюда растения. А, еще нету обеденного стола одного. Еще хочу сюда раскопать немного. Чтобы вода сюда не попадала. Сюда, наверное, шлюз поставлю ручной. Пшеницу нашли. И вам бы жарить ее. Какая у нее температура? До минус 30, что ли? А, до 30. От 10 до 30 градусов. Тут уже... Все, надо будет плотацию где-то сделать. А у вас? До 50. Вот можно жаркую ставить вплоть до здесь. Давайте произведем. Ящик для рассады. Разницы нету. Тут только можно воду. Но ему надо серу.
Сера у нас тут есть. Поставим пока. Что-то тебе надо было? Еда, почва. А, почва. А почвы у меня не так много. Тогда можно загрязненную. Тогда в очистку в компост, наверное, возьмем и будем переделывать землю. Грязную в обычную землю. Это мы сольем вниз. Пока что. Голодание. Почему? Так. Где у нас все? Один, второй, третий, четвертый. И все тут. Уже посадить сюда растения. Дистиллятор. Снова убрали. Сейчас компост сюда запихнем. И, наверное, соберем мусор, который тут собрался за это время. Хотя мне бы уже воду собирать. С медициной, да, раковины. Так, и службы, душ. Поэтому давайте душ начнем делать. Так, уберем. И это делаем так, раковины. И туалеты сюда же. Так, это у нас в службах уборная. Это нам убрать. Я не помню, вместе же можно их ставить. Так, это мы поставим сюда. А сюда, наверное, пойдет вода, поэтому пока так. Сейчас посмотрим по зданиям. Так, спальня. Это, а, тут уже спальня образовалась. Не, на бараке еще. Ванная. Туалет. Ванная с водопроводом. Ну, в принципе, да, можно так. Проблем не должно быть. Так, эти тоже все двери открыть. Да, все, ванны образовались. Тут мы поставим еще блоки. Пусть по одной. Сюда блок. Это удалить. Так, сейчас надо сделать водопровод. Как-то так будет, да? Это входа и выхода. А давайте в другую сторону, видимо. Хотя без разницы. И отводы, перемычки. Так, и... Ага. Это у меня будет подвод воды. Кверху, сверху. Перемычка. Вот так вот. Энергии пока хватает на все дело. Давление маловато, да? Надо бы вам пока временно сюда поставить кислороду. Давайте, наверное, в дальний угол. Давайте пока отключим. Выключить. 100 000. Вот тут тоже не хватает кислорода. Так, надо тогда нам кислород вырабатывать поактивнее. Откуда бы у вас? Даже не знаю. Может, конечно, потом из воды производить. Давайте пока сюда поставим. Как-нибудь так. А еще вам энергии нужно. В принципе, да, отсюда сольем воду потом. И сделаем тут производство кислорода. В этом месте. Копируем. Снова у нас забилось. Сейчас тут любой собирается. Газ у него и складируется. Но, видимо, какой-то собирается определенный килограмм, он его утрамбовывает. Ну, давайте тогда начнем чистку воды. Так, это у нас вода идет. Ага, отсюда пойдет. Отсюда выйдет. Ставим мостик. Вот и прорвалось. Ладно. Тогда мы отсюда пока возьмем
все сломалось, поэтому можно доломать до конца. Будем так. И энергию туда. Можно отсюда. И энергию сюда. Это тоже разобрать. Тут мы отгородим, чтобы все это снова не полилось. И прокопаем территорию. Так, все, вода пошла грязная. Сейчас она должна по логике, да, сюда уйти и пройтись по всей системе. Ну, вроде нормально. Поэтому тут разбираем это все. Это, конечно, может пригодиться, но надеюсь, не пригодится уже. Так, тут надо ограничить проход. Закрыть все. И прорыть здесь. Тут тоже, в принципе, есть проход, да, у меня. Так, энергии не хватает. Поставим еще один генератор. И подключим к нему провода. И потом надо будет излишки. Ну, это я потом посмотрю. Я тут сломал. Хотя можно уже зациклить и оставить такую систему сама в себе. Ладно, немножко еще залью, чтобы была полная синяя, и отключу от системы, и она будет сама по себе циркулировать. Так, стресс пошел вверх. Ну тут мне просто работа была такая грязная. Они тут в воде часто находились. Это пока нормально. Так, воду начали поставлять. Вот, все, в принципе, можно отключить, разобрать. И все. Пусть она стоит в таком положении. Должно все быть хорошо. Сейчас надо эту воду просто переработать в чистую. Можно из нее кислород производить, в принципе. Мне больше никуда не нужна вода. Будет вроде. Стресс растет. Но снижается. Кислорода мало им. Промокший. Да, кислорода мало. Говорят. Угу. Тогда. Во-первых, мы поставим. Переработчик кислорода. То есть углекислого газа. Куда-нибудь внизу. Пусть сюда все сливается. Из него вроде грязная вода, да? Надо чистую воду для него. Ладно, пока не буду. Что-то не хочу заморачиваться. Тогда в науку идем. Кислород вырабатываем. Из воды. Это мы убираем. Тут сделаем повыше. Давайте даже здесь сделаем выработку кислорода. Сделаем тут комнатку. Ладно, дождемся пока науки. Наука готова. Интересно, ржавчина у меня тут есть. Это же вроде в металлах у нас, да? Медь, медь. Железо. Особо не вижу ничего такого. Поэтому делаем. Газовые насосы. Да мне, в принципе, ничего не надо тут больше. Автошлюз. Устроим тут лестницу. Это уберем. Это разрушим. Потом, если что, переделаем. Там очистку. Дистиллятор сюда поставим. Грязную воду сюда. Чистую сюда. И фильтр для кислорода. Получается так. Даже не так.
Сюда газ. И туда кислород. И энергию. Скоро надо будет уже энергию распределять. С помощью трансформаторов. Так, стресс выровнялся у меня. Временно. Как у меня дела по газу? Ну, все стоит. Опустошители. Опустошить. Заполнители. Водород у меня тут. Ну, все, система нормально. Функционирует. Главное, чтобы не заполнялось, потому что, часть выкачаем отсюда. Ну, пока нормально. Не должно быть проблем. Как у вас со стрессом? Спит, мораль высокая. Приятный разговор. Ну вот только кислород и то, что не промокшие иногда ходят. Где-то. Ну тут, конечно, много у меня где мест. Вот, пока уберите, где можете. Пошла у меня киска воды. Сейчас фильтр настрою на кислород. Все, и на кислород. Все, пошел кислород. Потом еще один фильтр поставлю на водород. Так, у меня... Все, у меня пошла энергия отключаться. От перенагрузки на сеть. Надо будет... ставить... трансформаторы. Это у нас где-то здесь должно быть... Ну, в принципе, вот малые трансформаторы. Потом на них вывести отдельную линию туда. Только чтобы понять, куда ее поставить, эту линию. Ладно, сделаю сквозь. Давайте батончиков сделаем. Так, у меня вот никуда не уходит кислород. Тут у меня замкнутая система. Вниз не пойдет кислород. Да, в принципе, нормально. Уходить не должен. Потом пусть вырабатывается без ограничений. И все яйца тоже переработать. Животноводство я не пойду. Ну ладно, в принципе, на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.